В это воскресенье, 30 мая, в Кашхабльском районе завершилось предварительное голосование по выбору кандидатов от партии «Единая Россия» на выборы в Государственную Думу Российской Федерации и Государственный Совет ХАСы Республики Адыгея. Это единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей и проводя всенародное предварительное голосование. С 24 мая было запущено электронное голосование, и жители, которые прошли предварительную верификацию, получили возможность отдать свой голос за кандидата, воспользовавшись платформой госуслуг. Избирательные участки были открыты в Кашхабльском и Герухайском, Натырбовском и Ходзинском сельских поселениях. Свою работу они начали с 8 утра и завершили ровно в 20:00. За это время жители имели возможность отдать свои голоса за того или иного кандидата. Счетные участки прошли санитарную обработку перед открытием. Все они были обеспечены средствами индивидуальной защиты, масками, санитайзерами. На входе всем пришедшим измеряли температуру.